Итак, сегодня несколько фишечек Word. Во-первых, чтобы какой-то случайный текст ввести, можно вот сделать вот так. Нажать кнопочки Rand и, например, 4, 3. И у нас 4 абзаца получится. Ну, как бы из 3 строк, но тут не совсем 3. Ну, это иногда нужно там на уроке, да, например. Дальше. Чтобы выделить какое-то одно слово, нужно 2 раза по нему щелкнуть. Чтобы выделить абзац, нужно щелкнуть 3 раза. И потом с ним делать что угодно. Курсив, подчеркивание, цвет. Если нужно сбросить какое-то редактирование, да, то нужно выделить текст и Ctrl-пробел нажать. И все, что тут сделано, все сбросится. Еще очень полезная штука. Например, вы что-то скопировали, Ctrl-C, а потом еще что-то скопировали. Например, и вставили. У вас вот главное и буфер обмена, все вот это остается в буфере обмена. То есть вам можно, нажав сюда, вставлять все эти строчки. Допустим, вы что-то часто пишете какие-то, можно пользоваться вот этим. Буфер обмена все сохраняет в текущей сессии работы с Word. Еще бывает нужно выделить какие-то не связанные куски текста. Надо нажать Ctrl и выделить второй. Ну и там с ним что-то сделать. И еще вот, чтобы поставить ударение, нужно поставить курсор после буквы, на которую нужно поставить ударение. Нажать Alt и набрать справа на клавиатуре 7, 6, 9. И у нас вставляется ударение. И вот еще, особенно дети любят пробелы вставлять, чтобы новый лист вставить, да? Но так не надо делать. Нужно сделать, нажать Ctrl и Enter. И у вас вставится новая страница без вот тут вот кучи пробелов, которые очень мешают. Ну вот, надеюсь, эти фишечки запомните, будет полезно. На этом спасибо, стоп.